Друзья, привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами готовим самые ленивые на свете синнабоны. Берем сливочное масло и растапливаем его в микроволновке или на водяной бане. Когда масло растопится, добавляем в него сахар. Сахар можно использовать белый или коричневый, какой вам больше нравится. Затем туда же, в масляно-сахарную смесь, насыпаем корицу. У нас же с вами булочки с корицей, поэтому корицы должно быть много. Не жалейте ни в коем случае корицу, насыпайте ровно столько, сколько написано в рецепте. Затем берем ложку, вилку или венчик и хорошенько перемешиваем эту смесь. Это наша начинка для булочек, и она готова. Теперь приступим к тесту. Так как булочки у нас максимально ленивые, мы берем готовое слоеное тесто. Его нужно предварительно разморозить при комнатной температуре. Просто достаньте его из морозилки, положите на тарелку и дайте полежать примерно 40 минут. Пласт теста раскладываем на рабочей поверхности и слегка раскатываем скалкой. Вообще-то обычно я это делаю на специальном силиконовом коврике, но он у меня, к сожалению, порвался, поэтому сегодня я как поросенок раскатываю на столе. Посмотрите, мы раскатали тесто, у нас получился такой вот прямоугольник. Теперь выливаем на него нашу начинку, которую мы с вами готовили в самом начале, и распределяем ложкой, совсем немножечко отступая от краев. И затем аккуратно сворачиваем тесто в плотный рулет. Если бы я это делала на силиконовом коврике, получилось бы намного легче. Теперь защипываем края, берем острый нож или специальную нитку и режем наш рулет на кусочки. Это будут наши булочки. Теперь берем форму для запекания и слегка смазываем ее оливковым маслом. Форма должна быть достаточно большая, чтобы все булочки туда уместились. Или можете использовать обычный прямоугольный противень. И теперь просто раскладываем наши булочки. Между ними нужно обязательно оставить расстояние, потому что булочки сильно увеличатся в размере. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку и готовим примерно 30 минут. И пока булочки выпекаются, мы с вами сделаем вкуснейший крем. Берем глубокую миску, отправляем туда любой сливочный сыр без добавок. Я использую маскарпоне и просеиваем к сыру сахарную пудру. Пудру точно лучше просеять, чтобы избавиться от комочков. Затем берем миксер или венчик, лучше, конечно, миксер, и все это дело хорошенько взбиваем. Посмотрите, наши булочки готовы и как сильно они увеличились в размере. И пока булочки еще горячие, наносим на них сырный крем. При нанесении крем будет густым, но так как булочки теплые, крем слегка растает и пропитает их изнутри. И они будут просто невероятно вкусными. Приятного вам аппетита! Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. У меня здесь очень вкусно.